Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Цивильска, который этим летом в своем гараже убил 11-летнюю девочку. Дело передано в Верховный суд. 23-летнему безработному жителю города Цивильска предъявлено обвинение в незаконном сбытии, покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, убийство малолетней с особой жестокостью, а также других особо тяжких преступлениях. По версии следствия, 15 июня текущего года в Цивильске обвиняемый, находясь в своем гараже, употреблял наркотические средства. В этот момент он заметил проходившую мимо 11-летнюю девочку, после чего завел ее к себе в гараж, где задушил с особой жестокостью, опасаясь, что она расскажет, что видела, как он употребляет наркотики. После задержания обвиняемый оформил явку с повинной. В ходе следствия он признал свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений частично. Однако его причастность к указанным деяниям подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Верховный суд.